Всем привет! С вами канал Стофити, и я ваш любимый Санечка. Сегодня мы пришли на рыбалку 28 марта. Сейчас у нас уже вот времечко. Но я думаю, что мы порыбачим всего штука, наверное, до 10 часов вечера. Потому что клев уже очень-очень сильный. Мы сидим буквально где-то полчаса и наловили вот столько рыбы. Сидим мы также с нашим обогревателем и с газовым баллоном. Температура в палатке. Палатка, конечно, моя, 4Т. Снегирь обыкновенная. Вот. С хакелем сидим. Тунисец. Да. Рыбачит уже вовсю. Очень ему полюбилась наша рыбалка. Сейчас посмотрим, как он у нас тут будет рыбачить. Сидим мы на том же самом месте, где сидели в тот раз. Это вы видели рыбалку. Ночью также, где мы сидели. Саня, Коля, Юрка, я, Хайкель. Температура за бортом у нас сейчас где-то примерно -3, -4. Ветер также где-то метра 3-4. Северо-запад. Давление, конечно, упало. Но это как раз для сороги. Клев очень хороший. Слава богу. Ветра у нас стихли, поэтому будем чаще уже выходить на рыбалку. Думаю, вскоре сниму рыбалку с палаткой 4Т Long, когда у нас толпа соберется хорошая, вот, чтобы посидеть и было видно, сколько человек влезает в эту палатку. Ловим мы сегодня только-только на тесто. Не будем мы сегодня пробовать ни на что больше, кроме как тесто, потому как на него только и клюет. Вот, смотрите. Вот это у меня уже поклевочки такие. Вот, сорожена небольшая, поэтому мы ее сейчас выпустим. О, какие хайкель вытаскивает у нас. Вы знаете, я сейчас подцепил опарышей. И смотрите, все равно клюнула сорога. Но я сделал по-хитрому, я просто сразу взял и опустил ее на дно, так, чтобы приманка у меня не шевелилась. Потому что как только начнешь шевелить, сразу же ёж замучает. Поэтому сразу ее кладем, удочку, сразу же. Что я и сделал. Вот и поклевочки пошли. Смотрите, так же клюет, на опарыша клюет сорога. Точно так же. И сорога неплохая. Посмотрим, что дальше будет. Хотя в прошлые разы, хакель не даст соврать, на опарыша клевал только ёж. Да, хайкель? Да. Поэтому она плотву, всем говорю, сразу же опускайте на дно, чтобы она не шевелилась. Все, положили удочку и не трогай. Тогда начнет клевать очень хорошо. Мы же сегодня пришли, а лунки все были замерзшие. Так я шумовку сломал. И вот сейчас придется чистить руками. Но это ничего страшного. Почистим рукой, это не проблема. Потом пришлось сходить за веточкой, точнее за веткой хорошей. Все это хозяйство продолбить. У нас стоит оттепель небольшая. Вот. Днем бывает до +2, а ночами -4, -7. Но почему-то, видите, сорожка такая помельче. Ну, не знаю, как вот говорят, за мелочью и крупнячок подойдет. Поэтому, о, видите, и хаки тоже начал ловить на опарыша. Клюет она, куда она денется. Приманка у нас вот такая вот. Обыкновенная, магазинская, как говорится, но для леща и плотвы написано было. Но в нее добавил манки и добавил кукурузы. Вон хайки, смотрите, дуплетик поймал. О, какой. Молодец. Прикормку опускать на дно в кормушке нет смысла. 1,20 м у нас лед, дальше 30 см у нас получается вода. Марихуана у меня сегодня на работе, жалко. Так бы она бы тоже пришла на рыбалку. О, вот этого уже, вот это вот уже возьмем сорожку. Ух ты, хорошая идет. А нет, опять дуплетик, но мелкий дуплетик, поэтому выпускаем его одновременно, пускаем две удочки, опустили и смотрим, на какую же первую заклюет. На тесто смотрю. На тесто пошла. Вот какая
Вот, какая на тесто? Вот это хорошее на тесто. Тесто я замесил так же, как и в те разы. Манка плюс мука. О, о, какая. Вот эта вот сорочка хорошая. Нравится мне такая. И хаки сейчас очень хорошую поймал. А вот это вот клюет у нас на тесто. О, какая. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Прошла она отлично. Кстати, посмотрите, вот сколько времени. 21:32. Порыбачили мы 4 часа. И наловили вон сколько рыбы. Смотрите нас, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был канал Стофити и я, ваш любимый Санечка. До новых встреч! Пока!